Привет, с вами Джейн Баттеридж, художник-акварелист, и я рада представить вам прекрасные аквамедиумы от Шминки, которые помогут поднять качество ваших акварельных работ на новый уровень. Сейчас я покажу вам, как использовать Шминки AquaFix. Акварельные краски водорастворимые, и если вы хотите рисовать в несколько слоев так, чтобы краски не перемешивались, вы можете использовать Шминки AquaFix. Этот медиум увеличивает водонепроницаемость краски. На этой картине я уже использовала два слоя краски Horadam, смешанной с медиумом. AquaFix добавляют на палитру при помощи пипетки и разводят им акварельную краску. Лучше всего использовать прозрачные краски, чтобы был виден нижний слой. Перед тем, как наносить новый слой, нужно высушить предыдущий. Не забудьте тщательно промыть пипетку, палитру и кисточку водой с мылом сразу после применения. Шминки AquaFix дает много возможностей для рисования прозрачными красками в несколько слоев. Продается в банках по 60 мл. Я надеюсь, вам понравится экспериментировать с этим прекрасным аквамедиумом от Шминки. Служба поддержки передвижника готова ответить на ваши вопросы по данному материалу.